Физкультурно-оздоровительный комплекс на Конева субботним утром собрал самых отважных любителей спорта. Несмотря на прохладную ветреную погоду, жители Левобережья вместе с профессиональными спортсменами и главой регионального профильного министерства вышли на зарядку. Так в Омске отметили День физкультурника. Мы с вами в большинстве своем, да, люди, которые посвятили себя профессии спорта, физической культуры, делаем наш народ, наших людей более здоровыми, более сильными, серьезными, собранными, дисциплинированными. Не случайно с нами Росгвардия. Ура! Потому что мы воспитываем настоящих патриотов, сильных, здоровых людей. Все было легко, так как физическая подготовка у нас очень хорошая. С девчонками просто повеселились здесь. Рады, что такое сплочение идет коллектива. Я очень люблю быть среди здоровых и счастливых людей. Мне нравятся занятия, мне придает этой энергии жизненной. У меня очень бодрое настроение, ноги будут болеть. Спасибо инструкторам, которые провели сегодняшнее занятие. После зарядки Дмитрий Крикорянц отметил тех, кто внес значительный вклад в развитие физкультуры в регионе. Но на этом праздник не закончился, а переместился внутрь комплекса. В бассейне гостей встретили тренеры школы плавания «Свиммастер», которые провели для всех желающих урок плавания. Мастер-класс называется «Научись плавать», да? То есть для совсем не умеющих плавать, какие это азы плавания, да, то есть держаться на воде, плавание не спортивными стилями плавания, да, плюс, если это кто-то уже более опытные пловцы, то для них совершенствование техники. В рамках этого мастер-класса специалисты регионального отделения Российского союза спасателей научили омичей основным приемам спасения утопающих. Но главной задачей тренера все-таки была обучить плаванию самых маленьких. С опущенным лицом, с прямыми руками делать брызги ногами. Мне кажется, их вас никто не сможет. Наверное, никого не получится. Это очень сложно, это слишком сложно. Кто сможет попробовать? Красавчик! Подобные уроки очень важны для здоровья и физического развития мячей, считают в Минспорте. Поэтому любой повод, в том числе и День физкультурника, стараются превратить в максимально полезное для населения мероприятие. У нас такая добрая традиция, что мы вот утро Дня физкультурника начинаем с зарядки, уже второй год, и на базе наших физкультурно-оздоровительных комплексов. В прошлом году мы эту акцию проводили на ФОКе Дианова, сейчас здесь на ФОКе на Конева. Очень приятно, что у нас появилась такая возможность, что мы можем вот в таком современном, красивом, хорошем спортивном комплексе свой профессиональный праздник встречать, проводить его, используя и как праздник, и как некую такую вот зарядку приобретения положительной жизненной энергии.